Партнер сочинского вуза – один из старейших учебных заведений Италии. Сотрудничают университеты и реализуют ряд проектов без малого 10 лет. Академические обмены, программа двойного диплома – это уже отработанные формы сотрудничества. Теперь российские и итальянские студенты, будущие экологи, будут вести дискуссии на примере города Сочи. У нас схожая природа, особенно у Сочи с Сицилией. К тому же у нас есть общие экологические проблемы, которые мы намерены решать общими усилиями. Обычно такая летняя школа проходит в Палермо. На этот раз руководством Университета дружбы народов было решено реализовать международную экологическую школу именно на базе Сочинского института, который, как известно, играет важную роль в жизни курорта, участвуя в том числе в реализации экологических проектов. Стараемся активно вовлекать Сочинский институт РДН, международное сотрудничество, в том числе с теми партнерами, которые являются старыми традиционными партнерами РДН. В Сочи очень хорошая база. И плюс это еще одна возможность для студентов ознакомиться и получить новые знания. Международная летняя экологическая школа – это знаковый проект не только для Сочи, но и для всего юга страны, отмечает профессор, директор Сочинского института РУДН Надежда Козлова. У школы масса партнеров, в том числе городское собрание Сочи. Сопровождать научную работу ее участников планирует и общественная палата курорта. А лекционные и практические занятия будут проходить на самых авторитетных научных площадках города. Конференция будет проходить на двух площадках. Это теоретический курс обучения на прибрежном кластере. И второй этап – это конференция практического звучания. Это в горном кластере. Это основные объекты 22-х Олимпийских игр, и которые сейчас имеют совершенно удивительное воздействие на развитие города Сочи. Кавказский биосферный заповедник, НИИ цветоводства и субтропических культур, орнитологический парк, Институт медицинской приматологии – это лишь малая часть объектов, которые посетят участники летней экологической школы. Такой образовательный проект РУДН с итальянскими коллегами – один из первых в планах развития международного образовательного сотрудничества и другие интересные проекты.